довольно хорошо. У нас проходят переговоры на протяжении всей выставки. Меры предосторожности все соблюдены. Выставка, можно сказать, что безопасна. Все носят маски, используют санитайзеры. Все замечательно проходит. Наши экспоненты довольны. О результатах, можно сказать, будет позже. Узфуд Германии будет его открытым кургазмадам. Заны тасуротларым жудаем котте. Будто асосан Германия, Туркия, Белоруссия. Korxonalar ishtirok etyapti. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari mahsulotlar bilan tashrif buyurishgan. Pandemiyada bu ko'rgazma tashkil qilinishi juda ham katta ahamiyat kasb qildi. Chunki xabaringiz bor, ko'pchilik korxonalar ancha inqiroz yoqasiga kelib, ishlar orqaga qaytayotgan paytda bu ko'rgazma juda ham ularga turtki bo'lib, ishlarning rivojlanishiga asosiy sabab bo'lib hisoblanadi. Достаточно большой интерес проявляется к продукции. Очень много компаний берут контакты, обмениваются, договариваются о последующих встречах. И все наши компании провели ряд встреч, обменялись контактами. И мне кажется, что из этого выйдет очень интересное сотрудничество. Что касается профилактических мер, в целом все достаточно строго. При этом людям достаточно комфортно общаться. Все понимают, что сейчас сложный период. Все стараются соблюдать карантинные меры, носят маски. Ko'rgazma haqida taassurotlarimizni aytadigan bo'lsak, ko'rgazma bizga juda ham katta bir imkoniyatlarni yaratib berdi. Biz asosan shu turkiyalik qardoshlarimiz bilan shartnoma tuzishga musharraf bo'ldik. Va Ukraina, Boltiq bo'yi mamlakatlari, Germaniya bilan shartnomalar tuzdik. Biz bu ko'rgazmada turkiyalik qardoshlarimiz bilan shartnoma tuzdik, ya'ni ulardan uskunalar, dastgohlar sotib olish imzolandi. Для нашей компании выставка крайне эффективна, хотя бы потому, что до этого все подобные мероприятия были запрещены. И для нас сейчас это глоток свежего воздуха в плане обеспечения маркетинга для нашей компании. Мы чувствуем себя в безопасности, входы проверяются температура. По залу есть точки с антисептиками, где мы можем обработать свои руки. Вам также, организаторам, спасибо за то, что прямо во время выставки можно сдавать тесты на наличие или отсутствие коронавируса.